Революция беспилотников. Украина создает собственный воздушный флот дронов-истребителей, чтобы максимально приземлить армию оккупантов. Вот в чем все дело. Разрабатываются сразу три направления, которые развивает Украина, пишут СМИ. Украина создает флот дронов-истребителей и уже вышла на финальный этап. Билд. Квадрокоптеры-перехватчики, дроны-перехватчики типа «Крыло», дроны-убийцы большого радиуса действия. Этот комплексный подход поможет Украине обнулить преимущества россиян в воздухе. Ведь дроны и авиация оккупантов являются едва ли не самой главной проблемой для Украины. Актуальная задача – совершенствование беспилотных летательных аппаратов, включая стратегические и разведывательно-ударные. Эту проблему удалось немного уменьшить благодаря F-16, но контрольным ударом было бы уничтожение флагманов российской авиации самолетов А-50. Когда мы серьезным образом сбили два подряд А-50У дальнего радиолокационного обнаружения, да, у россиян возник вопрос, а как им контролировать воздушное пространство и то, что творится у нас на Земле? Эта потеря изменила воздушные правила игры. Россияне бросились летать на старых Су-24МР, но они оказались непригодными. Альтернатива нашлась в дронах. Начали активно использовать «Орланы-10», которые там 150-200 километров могут залетать. Это «Суперкамы» и «Залы», которые там километров 50-60 могут залетать. Эти беспилотники оккупантов – их основные глаза. С помощью этих беспилотников-разведчиков осуществляется в основном вся информация по поводу нашего воздушного пространства. Потому что и радиотехнические средства наблюдения, и куча других там радаров и систем регулярно уничтожалось нашими силами обороны. Их появление спровоцировало ответный удар украинцев. Дорогостоящие глаза россиян начали разбивать обычными квадрокоптерами. С помощью квадриков начали смотреть, как можно на не очень быстром квадрике добраться до такого же не очень быстрого орла. Этот процесс непростой. Надо сначала его выявить, надо его сначала найти, потом надо на него сориентироваться, потом удерживать его в цели, в прицеле, потом к нему подобраться и его ударить. А скорости почти соизмеримые. Там квадрик может быть в некоторых моментах иногда там километров на 15-20 летает лучше, чем орлан. Но украинцы научились сбивать квадриками и орланы, и ланцеты, и даже вертолеты. Следующая цель – шахеды. Я думаю, что мы увидим, что дроны-перехватчики будут что-то делать с шахедами. Это практически… Я в этом не сомневаюсь, потому что уже система передачи и целеуказания от средств ПВО на те перехватчики, которые есть сейчас, она уже работает. То есть вопрос сейчас самого железа, которое будет доставать шахеды. Такие разработки в Украине делает в том числе и частный сектор. Россиянам этого не понять. У них нет такой мотивации. У них задавлена там инициатива государственным аппаратом, государственной структуры. Но там тоже есть мозги. Таким образом, украинские инженеры вместе с государством соорудили еще один контраргумент для оккупантов – собственный КАП. Бомба, судя по всему, оснащена ракетным ускорителем и выдвижными крыльями, что потенциально обеспечивает ей дальность полета в 65 километров. Эта разработка похожа на европейские бомбы. Это концепция, когда впереди, уменьшая мидель всей этой халабуды, впереди находится система наведения, а сзади находится толкатель с аэродинамическими поверхностями, какой-нибудь двигатель. Либо пороховой, либо газотурбинный. И по этому пути пошли французы с бомбой «Хаммер». Дальность поражения 65 километров выбрана не случайно. Радиус действия ракет противовоздушной обороны, он находится, в зависимости от того, что там находится на земле, он там от 10 километров до 40 и по высотам от 10 тысяч метров до 20 фактически. То есть новый украинский КАБ, самолет, который его несет, будет недостижим для российской ПВО. Но в условиях плотной системы противовоздушной обороны ты подставляешь свой самолетик с экипажем, под достаточно реальный удар.
А Су-24 это не та машина, которая позволяет осуществлять там серьезные противоракетные маневры, делать там какие-то фигуры высшего пилотажа, потому что эти крылышки на шарнирах, они там дополнительную большую нагрузку, и выдержать им очень тяжело. Миссия КАБов – уничтожать прифронтовые скопления живой силы и техники. Этим активно занимаются россияне. У нас плотность системы ППО, ПВО меньше, чем у россиян. Поэтому они бросают нам эти КАБы с большей частотой, чем это можем делать мы. И вот теперь, когда Украина имеет КАБы получше, ситуация на фронте может резко поменяться. Секреты дронов-убийцы раскрывать рано. Мониторинг информационного поля Кремля работает круглосуточно. Поэтому возможности дронов-убийц россияне ощутят уже на себе.